Могли бы вы что-нибудь пожелать всем юным вокалистам? Я всем юным вокалистам желаю большой удачи, работать над собой, не останавливаться, если будут препятствия. Все будет хорошо. Обязательно заниматься, обязательно работать над собой, над своим голосом, потому что нет ничего уникальнее, чем голос человека. Вот. Ни один инструмент не сможет быть таким разнообразным, поэтому надо заниматься, и вы сможете стать уникальными. Расти, расти, заниматься много, упорно. Сил. Трудитесь, друзья, трудитесь, и все получится. Я бы пожелал бы усердия и трудолюбия. Я бы пожелала веры в себя однозначно. Никогда не сдаваться и идти к своей цели, просто несмотря ни на что. Не переставать работать над собой, не зазнаваться, если вдруг что-то получилось, и просто удачи. Верить в себя. Вера в себя – это безумие, она творит чудеса. И ни в коем случае не сдаваться, потому что, конечно же, пробиваться сложно. Но не стоит забывать, что если мы не будем делать любимое дело, то мы никогда не будем счастливы. Пожелаем стараться, не останавливаться на достигнутом, не всегда, далеко не всегда обращать внимание на конкурсы, потому что это не так важно. Главное, стремитесь, любите то, что вы делаете, и все будет хорошо. Критика, она полезна, и проигрывать тоже круто, потому что это тянет тебя еще выше. Юным вокалистам я хочу пожелать, вернее, не хочу, а желаю, безусловно, совершенствоваться. И обязательно выкладывать свое творчество в соцсети, потому что это единственный вариант заявить о себе молодому артисту, не вкладывая ни финансовых ресурсов. Интернет всемогущий!